Когда мы отмечали в конце мая день рождения. Мы ждали. Нужен такой специальный гаджет, я думаю, у китайцев есть, который имитирует, говорится, чоканье. Потому что из пластикового стакана никакого чоканья не получится нормально. Наш пахан. Пахан, да. Виталий. Которого... Почему он пахан? Потому что самый старший. Потому что он самый Сейчас я налью. Он разумный. Танечка, запомни, он разумный, да. И он всегда прав. Я не могу. Вот ты запомни, как жена. Он же не был прав. Она уже будет. Свою пахан. Очень хорошая форма. На самом деле, когда Алёш, что не пришла? Спина после... А как же, мы же должны были ей сказать, что ты очень разумный, и ты всегда прав. Скажите, вот, Наташа, на её день рождения. Это правильно, это и надо сказать. А, скажем, день рождения. Привет, ещё раз, Виталий, Виталий, как помните, 20 октября полтинник. А 30-й 50 лет мучений совместных. Да, 76-й. 45 как раз в этом году. Что? 45. Да. У Леруши был день рождения, снег не стаял. Ну, Харк, не так. Ну, да. В 71-м году снег там выпадал. Это было напротив моего... 20 ноября. На Ленинском проспекте я жил, дом 94, а мы тут не думаем, это был ЗАГС 19-го года, как я потом понял. Боря, а вы с Ленкой когда поженились? Как, кстати, вот она стала? Не на какую дату, я говорю, вся компания. Мы всех зовем к нам смотреть разные фильмы. Смотрите, а вот тут еще, Володя, немножко... будете еще немножко вторую часть Елунского заповедника показывать? Вторую часть Елунского заповедника. Вторую я делал, на третью. Там будет четвертая. Звонит, что приятно. Ну, понимаете, вот, ну, я считаю, что всегда компания, в которой либо один лидер, а здесь вот такие вот сильные пары организовались, которые вокруг вот этого вот обросло, и дети дружат, и уже внуки дружат, и там появляются, и это компания, которая держится на 4-5 семьях уже образованных. Я могу сказать, на старенького появилась 85-го. Не пришла. Да. Здоровье. Мало, да, Антон? А там, а что там в Байкале? Ну, по-моему, пили Байкал. Ну, нет, ну, да. Ладно, дай попробуем. Пойдите, стоп, я не знаю, что там. Которая что-то говорила, что она делает. У нее не шея, у нее спина. Вы перепутали. Хорошая, за тебя. Лера, вообще-то она шея. За тебя пьем, за твое здоровье. Спина должна улучшиться сразу. Она до последнего поворачивается. Да, вообще шея, конечно. Шея, это хорошо. Спину повернуть. Шея, это хорошо. Так, ну, Леруша. Леруша. Да. Чувствуется. Вот, а, Леруш, там есть что налить, налей. Кто не пил этот Байкал, то выпить сразу проникнет. Одного пакетика мне хватит так, больше. Это что такое? Выражение вальяжности, пожалуйста. Выражение вальяжности.
Ну, вы женщина, вы посадите, конечно, да? Но я тоже. Пап, ты что делаешь? Ты что сейчас делаешь? Я? Пью. Прекрасно. Говорите что-нибудь. Это мы. Это мы. Мы так рады, и мы так рады. Ты записываешь нас или фотографируешь? Кстати, вот точно такой погоды 50 лет назад мы совершили свой да, такая же была погода. Точно такая была погода. Да, мы шли по красной крыше, и там были сугробы. Почему? Я писал. Вот кто во всем виноват. Да. У нас была особая группа. Володя. У нас была слабая группа, там самые опытные туристы были. Ой, Вера, не поднимайте. Вот, остальные были все нас младшие. Это Москва. Вот, И Боря пригласил. Да, Боря, да, за нас как-то с Леной испугался, что у нас там как-то... Внизу Боря Барладян. Да. Да. Я тоже сказала. Нет, там Барладян. Нет, я про Барладяна рассказала. А давай меня. Мы пошли в поход на Хамардан. Ура, передайте. Байкале, кто не знает. Передайте. Да. Лера была руководителем. Следующий круг будет. А я был... Это сколько лет тому назад? Это любовь с первого похода. Не с первого раза. Ну я Леру как могу. А, это я потом расскажу. Скажи, длинный дождь. Весь поход. Это был непрерывный ливень. Вот почему у нас сегодня ливень. Мы были все мокрые. Вот поэтому нам погода так это показывает приближенные эти. Но дождь был с молнией или без молнии? По-разному. Землетрясение. Зашли в сели. По железной дороге без здания ходили две недели. Сколько это? Ну, как сказать, если бы он встречался, это эквивалентно, там, 5 годам или... За доблестный труд. Возломили? Да. И по кругу. Правильно? Да, по кругу. Пироги не съели все равно. Спасибо, так, спасибо, пироги. Великолепно. А вот сколько у нас... Отломайте, пожалуйста. Съели, съели. И до сих пор а потом пахи, да? Ему стало плохо совсем. А вам хорошо. Вот, и мы с Лерой сидели до утра. А при чем тут поцелуй? А вот, потому что мы просидели до утра. Да, и потом целовался до отеля, да? Да. Это была ошибка, да? Вот, оказалось, что только он. Да. Все, вот это вот. Марк, мы до утра не видим отсюда. Начало этого романа произошло в горах Хамардабана. Это правда. Марк, мы все поняли. Они гуляли под луной, над пропастью, над самой бровкой. Луны не было, был дождь. Офигеть. Судьба связала их одной надежной бельевой веревкой. Супер. Нет, это нас... У них у вас была бельевая веревка, вы на ней... Неправда. Неправда, у нас был репшнур. Да, я думаю, что это еще. Это образ поэтический, да. И под журчанье горных струй прошел их первый поцелуй. Не так было. Не так было. Вала так красиво. Наш знакомый нашел чернушки и сказал, что их можно жарить и есть. И вот мы все пожарили на палочке. Ты говори тоже в рифму. Съели. Ты говори в рифму. Съели. А потом ему стало плохо совсем. А вам хорошо. Вот. И мы с Лерой сидели до утра. А при чем тут поцелуй? А поцелуй-то? А потому что просидели до утра. Да, и потом целовался до отеля, да? Да. Это была ошибка, да? Вот, оказалось, что только он. То есть струй не было, ты хочешь сказать? Так, нет, ладно. Струй был до тебя. А луна-то была? Луна была потом. Вернувшись с синих гор в столицу, майоровы решили пожениться. Это правда, да. Был такой же, да. Ну что ж такого в самом деле? Однако же подобно селю, сметая сосны, буераки посыпались в округе браки. Это лучше.
Столицу майоровы решили пожениться в округе брать для физиков и инженеров, для тех, кто шел с гитарой в лес, для стройотряда ББС, для тех, кто жег в горах костер, для младших братьев 10-й юбилей. Поэту водочки налей. Собрались здесь. Я считаю, что прошло всего... Не нахальничай, через 30. На то, что собираются. Главное выпить это время внутрь. Там были такие снежные заряды резкие. Да, да, мы здесь бывали тоже, когда были заряды. Круто. Всего это... Но мы его выпьем. Но вообще... Мы его выпьем. Время текучее, а мы его выпьем. А мы его выпьем.
Надеюсь видеть вас счастливыми, не юной красотой красивыми, на шумных встречах молчаливыми, с детьми талантливо игривыми. Надеюсь, ваши приключения, пожары ваши и метелицы не привели вас к заключению, что ничего уж не изменится. Что ничего уж не изменится. Надеюсь видеть вас счищающих тугую грязь сапог поношенных, крамольным глазом возмущающих ханжей и критиков непрошенных. Надеюсь, дети ваши здравствуют и шествуют тропой отважною. Растут ужасные, лобастые, и замышляют нечто важное. И замышляют нечто важное. Надеюсь видеть вас спокойными перед болезнями и войнами, перед годами и разлуками, перед сомнениями и муками. Надеюсь, что листы падучие не означают нам предснежие, а просто сорваны по случаю грозою летнюю и свежую. Грозою летнюю и свежую.